Ту-ту-ту. Чувство, когда ждешь новый видос от Вармани, так и не выходит, а ты без корма просто умираешь и всплываешь к поверхности долбанного аквариума. Всем привет! С вами Ворм, это игра под названием Mass Effect 2, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы о том, что спасли великую, сильную, великолепную Джек, с которой мы сейчас пойдем поговорим, после чего нас вызывает Elusive Man, призрак так называемый, к себе в комнату совещания, чтобы с нами переговорить и узнать, что мы делаем дальше. Вот, поговорим сначала мы с Джек и узнаем, что от нас хотят у призрака после этого. Так, Джек разместилась здесь, внизу, в инженерной камере. Hey. Эй. Расскажи про улучшение, Джек. I picked up a lot of resources. Can you use them to help against the collectors? I ran across Ракурс хороший, да. For making L5X implants. Still got them in my head. You want to know what I need? Not usually my thing, but I've learned how to get things done on my own. Окей, прототипы, да, говоришь? Биотический урон подопытный 0. Урон повышается у нее на 20%. Исследуем. Окей. Спасибо, Джек. F5. Hey. Эй, еще есть что? I picked up a lot of resources. I figured out those L5X. Справилась, считай, повезло. Хорошо. It's not like I keep a library. Что думаешь о задании? What do you think of our mission? I don't care. I'm out to survive it, then cut loose. Окей, что думаешь про Цербера? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Cerberus bitch. Окей, давай поговорим. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. Что-нибудь нашла? What's in them? Your friends at Cerberus are into some nasty things. Ну, это я в курсе, да. I'm gonna find something I can use. I just know it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places. Ей не больно вот ходить вот стрелкой я указываю сейчас на то место, куда я сейчас смотрю. Ей не больно вот так вот сжимать кожей себе эту часть тела, нет? What happens when you find what you're looking Странно. For? Ну ладно. I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. Pay. The galaxy is gonna be a lot emptier when I'm done. Ну, я не могу этого допустить, я же добрый парень. I won't let you go on a killing spree. I'm here for your mission. After that, what I do is my business. Окей, как скажешь. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. Классный ракурс. Хочешь кое-что получше? You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know... This ship is a powerhouse. You could go pirate. Я лучше в Assassin's Creed 4 поиграю, если захочешь быть пиратом. Чем ты мне поможешь? You'd be my first mate. I'd lead the boarding party and handle the executions. Любишь убивать, да? What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Ну, логика в этом есть, да, окей. Окей. I should go. I should go. Yep. Yep. Отступник плюс 2. Герой плюс 2. Хорошо. Кстати, да, насчет прокачки. Что у нас? Более-менее сбалансированно идем, хочу заметить. Так, что бы мне вкачать за счет 4 очков? Оперативник. Здоровье, мощность оружия. Тактическая маскировка. Восстановление 6. Урон больше. Давайте оперативнику, думаю, качаю, пусть будет. Повысится сразу все. Это неплохо. Так, собственно, больше ни с кем поговорить вроде как нельзя. Со всеми остальными мы уже говорили. Поэтому давайте поедем сразу в боевой информационный центр.
боевой информационный центр и поговорим с призраком, чтобы взять наше следующее боевое задание, которое сегодня будем проходить. F5, погнали. Сид как царь. Shepard, I think we have them. Horizon, one of our colonies in the Terminus systems, just went silent. If it isn't under attack, it soon will be. Has Morden delivered the countermeasure for the Seeker Swarms? Не знаю. Not yet. Let's hope he works еще well нет. Under pressure. There's something else you should know. One of your former crew, Ashley Williams, she's stationed on Horizon. Что он там делает? Last I knew, Ash was Alliance. Why is she out in the Terminus systems? Officially, it's an outreach program to improve Alliance relation with the colonies, but they're up to something. And if they sent Chief Williams, it must be big. Perhaps you should take it up with her. Но Альянса известит. We should send a message to the Citadel. The Alliance can give us reinforcements. Not until you investigate. I don't want the Alliance getting in our way. Once you have the situation under control, I'll send the message personally. The Collectors just happened to pick a colony with one of my former crew? I don't buy it. It shouldn't be a surprise the Collectors are interested in you, especially if they're working for the Reapers. They might be going after her to get to you. Okay, погнали. Send the coordinates. We'll head straight there. This is the most warning we've ever had, Shepard. Good luck. I be luck. I everybody Joker, luck. Set a course for Horizon. I've got to go see the professor. Aye, aye, commander. Ну так, Морден, что там ты сделал? Что это такое? Оп! Ищейка. Коллекторская. Ну чё, как дела, Морден? Tell me you have something. Отлично, что-то есть? Yes. Отлично. И что у тебя есть? Прототип костюма или что? Уход за затемнение. К чему? Объяснили бы что-нибудь, ну? Не. Yes, и все. И ничего более подробного и детального. Не тратьте боезапас тяжелого оружия на слабых врагов. Никто не знает, что еще ждет вас впереди. Хорошая подсказка. Опачки, заставочка. Ничего себе. Синематик. С 2D-шными спрайтами на деревьях. Ну, ладно. И внезапно из синематика перешли к обычной игровой графике. Still can't calibrate the targeting matrix. Это, по-моему, сестра её, да? Defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Chief. Getting our comm systems back online takes priority. Yeah. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? Это голуби ужасные какие-то. По-моему, это Лилит и её сестра. Я могу ошибаться, конечно. Пролетели, суки. Get everyone to the safe house. Кстати, давно не видели Эшли, да. Кого она стреляет? Мух? Тупая Эшли. Какой была тупой, такой и осталась. Господи. Все. Сука, тоже у меня спутник бывший Шепарда. А ничего, что эту Лили тоже кусали, типа? А замерзла только Эшли. Но музяка эпичная такая, прям бах-бах-бах. Инсектоиды ебаные. Корабль у вас странный. Кусок камня. Это их главный типа. Предвестник вроде вот. Да. Переключает свое сознание в одного из обычных мобов. И
теперь он им управляет, получается. Ага. Assuming control, говорит. Управлять он будет. А что за херня там пролетела сзади? We are the harbinger of their perfection. Prepare these humans for ascension. Чё? Капсулы, в которых они их транспортируют, судя по всему. Окей, Грант. Гарус, нет, стоп, отмена. Нам нужен Мордин. Гарус и Мордин пойдет с нами. Мордин, потому что он что-то знает, должен работать в боевых условиях и все такое. То есть это логично. Поэтому так пойдем. Плюс диалоги, скорее всего, какие-нибудь новые будут. Так, у тебя что-нибудь есть? Да, это самое мощное. Сейчас я проверю, просто вспомню, давно уже не играли. Вся фигня. Клык, защитник. Возьми мотыгу, похуй. Да, все. Жуки, главное дело, еще летают. Можно их заметить. Они смогут укусить теперь или нет? А, нам теперь пофигу будет, потому что Мордин что-то разработал там против них. Окей. Жесткая хреновина. F5. Горизонт — типичная колония систем Терминус, обладающая минимальной туристической привлекательностью. Морд, ты уверен, что эти армор апгрейды защитят нас от Seeker Swarms? Certainty impossible, but in limited numbers, should confused detection make us invisible to swarms? Mm-hmm. In theory, that sounds promising. Experimental technology. Only test is contact with seeker swarms. Have to test them in person. Should be exciting. Впервые боремся с коллекционерами, да? А у меня теперь сломо врубается, когда я целюсь. Это прикольно. А, слишком сильное приближение. Минус. Вылазь. До свидания. В смысле, не до свидания еще? Серьезно? Где? Окейшка. Патрона больше нет у меня. А как там? Shift, 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 shift. Так, ну давай. Полай. Где? Где making contact? Making contact. А я могу быстро переключить оружие, не переключаясь на эту штуку, я забыл. Давай замораживайся. Нет! Не стреляй, зачем ты это сделал? Во, аж по два патрона, смотри, идет. Неплохо. На заморозку переключим, будем замораживать. Так, моменты питания. Без Е. Хорошо. Блок данных взломать. Тынц, тын, тыртын, тыртын, тын. Где? Чего нету больше? Изи. 6000 кредитов, хорошо. Высокая большая махина. Так, Рой нас не видит. Это хорошо. Мордин не соврал. Чё за помехи? Это плохо. Что это за херня? Видишь? Где хуй веб? Мордин, отойди! Мордин, мать твою! Ты дурак, Мордин! Воу-воу-воу, что это за хрень у него? Хаски еще поехали. О-о-о, косяк, косяк, косяк. Я попал? Вроде да. Так, окей.
Да, блядь. Я такой меткий, что прям... Куда вы убежали-то? Эй, ребят! Ребята! Ребята! Да, похоже. Elusive man was right. Collectors working with reapers. Да-да-да. Так и есть, мы это давно уже поняли же все, не? Я думал, да. Оказывается, нет. Странно. Ну ладно. Так, блок данных, получить доступ. 4200 кредитов без какого-либо взлома. Это даже круче, чем со взлом. Ой. Патрончик. Короче, давайте переключимся на ППшечку, будем с ней бегать. Это проще и веселей, мне кажется. Тоже заморозка пусть будет. Мертвый коллекционер. Жесткое укрепление кожи. Неплохо. F5. Останки хаска. Хаски have human characteristics, possibly repurposed colonists. No. The Geth impaled their victims on giant spikes to turn them into husks. Да-да-да, было такое. But we haven't seen any. The collectors must have already had the husks. They want the colonists alive for something else. И хаски иначе выглядят. These aren't the same creatures I fought on Eden Prime. They're more advanced, evolved. They still die if you shoot them. The collectors must be experimenting on the colonists. What are they up to? Мордина спрашивает. Maybe it's better not to know the details. Find out for sure when you stop them. Нужно спасти. Collectors aren't getting away with more victims. Let's move out. Let's go. Герой, Микс 2. Плюс, в смысле. All these empty buildings. It's unsettling. No signs of resistance. Must have happened quickly. Кто-то мне замерзать. О, ток-ток сказал. Сразу замерз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то плохо. Что-то прям болело мне все делают. Гори, собака. Замерз кто-то, да? В смысле? Я ж прям на него сейчас нацелился, что за нахер? Точно так же стрелял же, ну. А там кто-то замерз и кого-то через стену убили. Гарус, красавчик. Че, еще идет? Я слышал твое кудахтанье, иди сюда. Как индюк, сука. А я смогу сидеть припрыгнуть? Нет? Жалко. Петушочек там кудахтает. Че ты там шумишь, не шуми. Ну где ты, курлык, иди сюда. Воу! Воу, ничего себе, да, она еще взрывается, приколись. Глупый, глупый, не секс стоит. Что ты там куда? Ну? Enjoy. Ты человек. А это нет. Куда он ушел? Кто замерз такой, герой? Тот, кто умер. Хотел рифм сейчас придумать, не получилось. Не. Так, нет, вот мы сейчас в этот домик зайдем, обыщем его. Обязательно. Потому что это очень интересно и важно, может быть. Например, сейф мы тут можем найти, который сейчас будем обходить. Тыльц. 4800 со взломом. Маловато. Маловато. Как-то мне этого всего. Так, ладно. Гребаные инсектоиды, коллекторы, которые нападают на деревню, замораживают колонистов, а потом что-то с ним пытаются. Не шуми там давай, слышь.
пытаются их забрать, увезти куда-то, зачем-то, для каких-то своих экспериментов. Вот, собственно, люди стоят. Ку-ку. Victim appears conscious, fully aware, trapped in stasis. Fascinating. They've been like this a long time. То есть они просто заморожены, но при этом у них кукушка соображает. Хорошо. Ну, плохо точнее, конечно, но типа что поделать. Так, взлом. Ну, почему нету сразу нужного мне блока? Не, упустил. Вон он слева. Водички не попить. Вот здесь, в этих капсулах, они людей, собственно, перевозят. Непонятные капсулы. Непонятно зачем. Непонятно для чего. Жжат еще стоят. Громкие какие вы, а? Жжат стоят. F5. Получено. Излучатель частиц коллекционеров. Следующие члены отряда могут использовать оружие Шепард. Кодекс обновлен. Это вместо гранатомета. Окей. Интересно. Интересно. Типа спрятаться пытался, да? Ха-ха! Чего, удалось тебе спрятаться, а? Лошара. Ты же соображаешь, да? Ты понимаешь, что я с тобой разговариваю? Понимаешь, что я тебе говорю? Нехер прятаться, как крыса. Ха-ха. Так, окей. Open the door. Тут сейчас будет бой. О! Ого! Даже так же, ставку. А, сейчас human control будет, да? I am assuming direct control. Думаешь, ты будешь круче так? Direct intervention is necessary. Ну, я думаю, да, он будет круче так. Ты дал, что мне есть, слышишь, ты 200? Воу! Я понял, ты опасен, хорошо. Ладно, ты был прав, хорошо. Ты сильнее, чем я думал, хорошо. У тебя и барьер там, и броня, и все такое, и гранатометик ты еще, который ты у него выбиваешь из-под укрытия, а меня потом расстреливают, забирают и убивают, и все такое. Хитрожопый полтергейст, сука. Жопа тебе. Всем вам. А то сэр там здесь прошел, да? Окей. Сразу минус щит. Нахер весь охереть можно. Прячься, Шепард. Что ты мне там, если я могу тебя убить, Шепард, я убью? Или еще раз? Ты, по-моему, сдох, урод. А, у них хп нет, у них только броня стоит, получается. По-моему, я так строю даже больнее, чем если стелс. Еще прилетели. Да, бляха. Текин, heavy fire, суки. Дрон. Почему они называются дронами? Это же типа пехота. Пехота коллекционеров. Они же не дроны. В смысле, какой суммин контрол, блядь? Ты охерел, что ли, пидор? Да, блядь. Ты там откуда взялся? Не останавливайся, иди нахер. Какой true power? Что ты несешь, дебил, что ли? Где true power? За щитами true power? Ничего мне не сделать. О, или сделайте. О, Мордин! Мордин, вставай! Мордин, не время лежать. Мордин, вставай. Красавчик, хера ты встал. А щиты эти ломаются вообще, нет? Чё, дед, когда упал? Какой дед упал? Не могу сопротивляться. А если я так сделаю? До свидания. Ещё желающие получить люлей есть?
Походу нет. Хорошо, так. Assuming control, он, сука, пидор. Куда мне бежать? Туда, судя по всему, да? Поэтому сюда сейчас сначала зайдем. Элемент питания заберем. Откроем дверь, поймем, что мы никуда не прошли. Просто вышли сзади, с другой стороны. F5 нажму еще на всякий случай. То мало ли что. В смысле максимально безопасно? Я уже... О, я уже реально зарядился весь полностью. Пыш. Во. Мама, ready. Дверь обойти. Окей. Это изи. Или нет? Так, уберись. Я вспоминаю элемент управления. The door is open. Опа. Что такое? Что-то такое? Кто это там такой? Company. Шумит. Get out here. Now. О боже, это же усатый человек! А чё, я не похож на человека? Успокойся нахер, это кто? I cleared a path. You're lucky you're not in the hold of a collectorship right now. Those things are collectors? You mean they're real? Да. I thought they were just made up, you know, propaganda to keep us in Alliance space. No, they got Lilith. I saw her go down. Sten too. They got damn near everybody. Ты кто? What's your name? What do you do here? Name's Delenn. Mechanic. Delenn? I came down to check on the main grid after we lost our comm signals. And I heard screaming. I looked outside and there were swarms of bugs. Everyone they touched just froze. I sealed the doors. Damn it, it's the Alliance's fault. They stationed that Chief Williams here and built those defense towers. It made us a target. Tell me more about this Alliance rep. Chief Williams? Heard she was some kind of hero. Ну да, она же со мной бегала. That mean nothing to me, though. Would rather she just stayed back in council space. Any idea what she was doing on Horizon? Supposed to be helping us get the defense towers up and running. I got the feeling she was here for something else. Spying on us, maybe. Tell me about the colony defense towers. A gift from the Alliance. High-powered guardian lasers. Supposed to keep hostile ships from landing near the colony. Had to build a massive underground generator just to give it enough juice. Only we couldn't get the targeting systems online. В смысле не удалось? So the Alliance gave us a giant gun that couldn't shoot straight. Stupid sons of bitches. Хули такой агрессивный вообще? We're just a small colony. Nobody bothered us before we started building those damn defense towers and drew attention to ourselves. I left council space to get away from the Alliance. Nothing good ever comes from getting mixed up with them. Ну, это да. The Alliance doesn't care about the Terminus colonies. Damn straight, that's what I tried to tell everybody. The Alliance didn't send someone out here because they want to help us. They were after something, always are. Это реально, да, полезно. Use them against the collector ship. You'd need to calibrate the targeting system first. It's never worked right. Shouldn't be hard to figure out. Just need the location. Head for the main transmitter on the other side of the colony. Pretty hard to miss. The targeting controls are at the base. А ты нам поможешь? You know this colony and the equipment. You better come with us. Not a chance in hell. Эй. You're just gonna let the collectors take your friends? I'm a mechanic. What am I supposed to do? Whack him with my wrench? Браться за спину, а потом чинить то, что нужно. Ой, да пошел ты, слышу, сатик. И суть это школьная. I think you're gonna need it. Пошел ты, слышь. Школяр гребаный. Рот закрой свой, усатик. Все, заберу тебя сейчас, обворую тебя нахер. Усатый хрен. Так, ну здесь можно будет сменить типа на гранатомет, если нужно, но мне не нужно, поэтому... F5 и погнали дальше, чё. Это отливает, что ли, или чё, не помню? Чё за звуки? О, чёрт. Почему барьеры такие крепкие у них? Я в ахере просто вообще. Да какой нахер assuming control? Да пошел ты в жопу с своим assuming control, блядь. Бери хаска, хаску бери. Черт. Уберите его от меня.
Я в стелс пошел у нас. Бля, как я так промазал? Телеопорт? Я тебе знаешь, что скажу сейчас, телеопорт? Я видел Хаска. Хаска я видел. Думал, что успею прицелиться. Успел. Так, Гарус валяется у нас, да? Так, Гарус, подъем, пожалуйста. Это что за нахер? Воу! Что это за херня? Concussive shot ready. Он что-то бомбит прям жестко. Гарус, ты заебал. Ай-яй-яй, щит сбивает нахер вообще. Опять он что-то контрол ассумит. Гарус, ты нужен мне? Бляха, больно! Чё, это сдох, урод жирный? Диригент. Да он, блядь, убегает постоянно. Мочит мощно. Мощно, мочит, мочит, мощно. Но тратятся патроны, конечно, мне тоже очень быстро. С кем он там дерется? Что, дурак? Эй! Ты куда стреляешь, эй? А там Гарус, что ли, засел или что? Ага! Там Гарус реально был. Прям в толпу вбежал, блядь, и подыхает постоянно. Я думаю, что он дохнет, что он дохнет. Он в толпу сам забежал и сам умирает. Он дурак? Да. Гарус, не будь таким дураком. Это ж нехорошо. Ты же опытный воин, вояка. Архангелом тебя называли. А ты умираешь как дебил. Тут есть что еще полезное? Что-то второй дом пробегаю, нихера нету. О, что-то есть. Элемент питания. 115 боеприпасов в тяжелом. И все, да? Что-то жизненько. Жиденько. Ты киритуем там парадам. А как? Куда идти? Да, что-то там вижу, еще даже есть. Мертвый коллекционер. I'll take it. Сила биотического удара. Мне это бесполезно. Я не биотик. Я обычный солдат, инженер. Soldier. It's odd we haven't run across more frozen colonists. Colonists loaded onto ship. Collectors nearly finished here. Need to hurry. Ща обыщем сначала, потом поторопимся. Правильно? Сюжет, да, да. Сюжет же без нас никуда не пойдет, правильно? Правильно. Куда торопиться-то? 3000 кредитов, видишь, могли пропустить, Мордин. Не надо меня торопить. Мы ищем бабки. Чем больше бабок, тем больше наша огневая мощь. Согласен, Мордин? Ты где там? Эй! Еще бегают дольше, чем я. Ужас. Окей, я думаю, это F5. Погнали. А, опять обход. Изи. О, какая большая тут штука. Сейчас мобов, наверное, дофига, да? F5 не впатыться. О, черт. Да как ты попал по мне? Одни каски, сука. Они еще и с броней вот меня бесят больше всего. Так, ладно. Я думаю... Ау! Мордин, не составляйся в голову. Дурачок. Ау! Они очень больно бьют.
там ту-ру-ту-ту. Зато музяка пошла, да? Тут-тут. В смысле, ну ёб твою мать, только музяка пошла хорошая. Тут-тут-тур-тут-тур. И надо было взять и умереть, да? Эх. Что так плохо всё? Ну там эти синие твари, они на сложном очень сложные. Мы же на сложном игру проходим. Кто не знал, кто забыл. И они очень сложные на сложном, они слишком жирные для этого. Эта херня наводится прям через стены, херачит. Сносит всю броню и пол хп, если брони нет. Минус, сука, отлично. Ау! Бляха. Еще бьют еще хаски гребаные. Вот как, она шла вправо. Да не деритесь. Гарус заебал подыхать, просто пиздец заебал. Сдам мне, короче. Так. Бесконечные хаски бесят. Не ори мне в ухо. Ау. Я знаю, что я по так ближнему бою. Только толк от этого нихера нету. Беги быстрее, Шепард, беги. Самонадеющаяся пушка у этих жирных ублюдосов, она слишком самонадеющаяся. Какого хера? Они херачат по прямой, должны херачить просто. Пух-пух-пух-пух по прямой. Нет, блядь, она самонадеющаяся. Она за тобой прямо ебашит. Агар сдохнет постоянно. И ты с этим ничего сделать не можешь. Меня от этого бесит, меня от этого бомбит. Какого хера? Какого хера? Какого хера? Я не понимаю. Если бы не хаски, было бы гораздо проще. Надо будет сменить уровень сложности, я думаю, потом. Ползай быстрее. Не пофиг вообще, стелс не стелс. 5 выстрелов требуется. Но хаски справа меня напрягают. Минус Мордин, как обычно, конечно. Видишь, я прям по башке выхерачу прям. У меня вообще покер. Все четенько, четенько прям. Вообще все четенько. Он сейчас живой пидор. А Мордин мертвый. Минус, отлично. Да ты заебал меня! Ааа, суки. Самая лучшая эта херня, я понял. По одному, ну. Да как вы так бегаете? Пиздец. У меня убивают гребаные хаски. Вы чё, блядь? Да замерзнет он. Сортира гребаная. Умираешь. Все? F5. Отлично. Наконец-то. Обыскиваем всю херню. Готовимся. К боссу. Явно. Да-да-да. Ну что ты делаешь, шеф? Обязательно. Ох. Ну
Один пенициллинчик. В сумме их у нас теперь их двое. Это вроде бы как хорошо должно быть. Но что-то у меня предчувствие плохое. Компьютер. Взламываем. Пока мы были живы, мы не могли это взломать. Потому что нас бы постоянно пинали. Отбрасывали бы от этого. Normandy, do you copy? Joker here. Signal's weak, Commander, but we got you. Time to show these things we give as good as we get. Edie, bring the defense towers online. Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. Collectors will respond with force to stop еще что-нибудь? Got any other helpful tips? Just one. Молитесь Богу, да? I suggest you ready weapons. Ну, плохо это. Что я могу сказать? Плохо. Что, не заныкаемся за шинами, да? Firing a high impact shot. А, бляха. Нет, я рад, с бочкой не встану. Your form is fragile. Заебал. Аккуратненько. Мне кажется, ли бочка дымится? Да. Мне кажется. Enjoy. Смысл попал. А, он сдох, что ли? ХП быстрее, регенерирующий. Перфект. Конечно, перфект. Это Шепард стреляет, ну. Обхожу. Стараюсь держать защитную башню. Я стараюсь. Щиты у них какие-то дикие стоят. Это он заебал, блядь. Я пытаюсь добить моба, блядь, он у нас умеет контроль, это. Ну сколько можно-то, ну? Ой-ой-ой, какая-то херня на меня летит. Мне не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Спокойно-спокойно. Так, тушись, тушись, огонь на мне, пожалуйста, скорее. Кто вот сейчас вот меня так зарядил боль? Пол хп снес мне. Кто это сделал? F5, пожалуйста. Ладно, патроны бегаем, соберем. F5 не работает. F5, подкрепление идет, да, да. Меня спасет только F5, который не работает почему-то сейчас. Блять. О нет, только не жирный ублюдок. Пять выстрелов, жирного ублюдка надо. Так, пока это просто хаски. На хасков в теории ход. Предвестник. Нет, жирного нету, только обычные хаски. И гребаные коллекторы. Коллекторы! Врываются в мою квартиру, пытаются меня развести на бабки. У них это плохо получается. Бляха, сломо закончилось. Вот почему барьер так медленно сбивается? Отлично. Дерьмо. Вот нет, 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 так не покатит. Мордин еще упал, бесит.
60%? Что так мало? Мордин встал, смотри-ка. Сам. Убийца-коллекционер. Убил убийцу. Я красавчик. Так. Сложно. Как я на коробку залез? Что за берет? Берет. Как он заебал, блядь. Песня. Чем ты кидаешься, блядь? Прячься, шеф. Я чувствую, как будто сейчас скоро выиграю, да? Ты про это? Не могу стоять перед убийством тебя самого, сука. F5, пожалуйста, ну почему ты не работаешь? Какого черта? Я пытаюсь подготовиться. Только F5 не могу прожать, меня это беспокоит очень сильно. Ну а черт, что за нафиг? Это что за хуйня? Предвестник прилетел? Какая-то железная хуйня с бошками во рту. Серьезно, что ли? Что за нафиг? Это босс, да? Это предтекто, блядь. Че убьет меня так? Пожалуйста, хоть бы с него началась игра, но я не хочу монтажить эту видосик, не хочу обрезать, мне очень лень, я очень ленивая жопа, которая не любит такой штукой заниматься. Пожалуйста, с него начнись игра, пожалуйста, автосейв там что-нибудь, да? Да, отлично. Если я слабо место. Блин, какой у него барьер-то сильный. Короче, надо этой пушкой снимать барьер. Потом дамажит снайперка, да? Так, он барьер себе поставил опять. Окей. Окей, почти. Как он быстро ломает щиты, ужас. Сука! Распался к херам собачьим. Пиздуйте нахуй отсюда, пидоры! Ее! Победа! Победа! Че, обосрались, да? Так вам, педики! Гребаные инсектоиды! Ты что здесь делаешь? That ship is huge. Exactly how are we supposed to catch it? Half the colony's in there. They took Egan and Salmon and Lilith. Do something. Да я тут при чем? I did my best. You just hid in your damn bunker. If it wasn't for Shepard, you'd all be on board that ship. Shepard? Wait. I know that. Еще бы ты не знал, sure, блять. I remember you. You're some type of big alliance. Я до сих пор им являюсь. Commander Shepard, captain of the Normandy. First human specter.
savior of the Citadel. Первый, последний. You're in the presence of a god, Delan. Back from the dead. Это я, да. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Ну, как-то разморозилось, кстати, да. I'm done with you, Alliance. Да иди нахер, усы свои сбрей, пошел вон. Ну, скажи что-нибудь. Хули ты жмуришься? You're dead, Commander. We all did. Так и было, хули. Our reunion has to wait. Cerberus brought me back to stop attacks like this. О, боже, Цир! О, боже мой! Боже мой! О, боже! Боже, Цербер! Они меня воскресили, дура тупая. Alliance Intel said Cerberus could be behind our missing colonies. We got a tip that this one could be the next to get hit. I went to Anderson, but he wouldn't talk. But there were rumors that you weren't dead. Worse, that you were working for the enemy. Я не работаю над Цербером. Cerberus and I want the same thing, to save our colonies. That doesn't mean I answer to them. Do you really believe that? Or is that just what Cerberus wants you to think? Слышь, блядь. I wanted to believe that you were alive. Что я думаю и делаю. I just never expected anything like this. Ой, да пошла ты нахер, слышь, что за херня? You've turned your back on everything we stood for. Чё, блядь? Ты ещё чё шкура несёшь вообще такое, блядь? Ash, you know me. Не, я не хочу таким голосом говорить, я хочу её матом сейчас крыть, какого хуя? The collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I'd like to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. And it worries me that you do. What did they do to you? Они воскресили, блядь. What if they're the ones working with the collectors? Damn it, Williams. You're so focused on Cerberus that you're ignoring the real threat. I can see you won't listen to reason. You show up after 2 years and tell me you're working with Cerberus. Sounds like you left reason behind a long time ago. Doesn't matter. I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. It's in my blood. Иди нахуй. I'm reporting back to the Citadel. I'll let them decide if they believe your story. Иди нахуй. We both know how that's gonna turn out. The Alliance will try to blame Cerberus, just like you did. With good reason. Cerberus can't be trusted. Я знаю. Commander. Я знаю, дура. Good luck. Я на него не работаю. Это они работают на меня. Пизду нахуй, вшивая дура. Такая тупая, она вообще обесрать на нее. Send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Надо было Кайдена выбирать. В первой части. Такая она мразь, блядь, пиздец. Ну, собственно, прошли миссию. Увидели Эшли. Гребаную суку. Ну, ладно, не суть, важно. Уже. Как увидели, так и позабыли. Собственно, да. Посмотрим, что сейчас нам доложат, и будем серию на этом заканчивать. Уже больше 50 минут играем, все-таки. Довольно большая серия получилась. Но все-таки нас давно не было. Мы давно не проходили Mass Effect. Окей, слушаем. Shepard, good work on Horizon. Hopefully the collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. I wondered if you had something to do with that attack. Ash said the Alliance got a tip about me and Cerberus. Догадывается. I released a few carefully disguised rumors that you might be alive and working for Cerberus. I see. What were you trying to prove? I suspected the collectors were looking for you or people connected to you. Now I know for certain. It was a risk, but I couldn't just wait for them to take another colony. You understand? We have to make sure they don't abduct anyone else. I want the collectors stopped for that very reason. That's why we're doing this, Shepard. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong. As will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? Не твое дело, чувак. None of your damn business. If it affects the mission, better you should leave it behind. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. I'll make sure they're ready, one way or the other.
The collectors won't know what hit them. I trust you know what you're doing. I just want to be clear about your odds. I've forwarded three more dossiers. Еще троих. Building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The collectors will be watching you. Окейшки, окейшки. I guess we're really gonna do it. Hit the Omega 4 relay. Ну да. Take the fight to the типа в этом суть, чувак. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. Something on your mind? No, just there's a good chance we're not coming back, even if we get it done. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is too, getting some closure, you know. Это он намекает на побочки нашей команды, которые можно будет сделать. Но этим будем разбираться с этим уже в следующей серии. В следующей серии опять поболтаем со всеми на нашем экипаже, нашем корабле. Узнаем про их побочки. Может быть, какую-нибудь из побочек сделаем. Попробуем, посмотрим. Разберемся, короче, в следующей серии. Ну а всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропускать новые видосы и стримы, а также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там тоже все новости я регулярно пытаюсь обновлять и писать, и предупреждать о стримах, видосах и всяком таком. Вот. В общем, всем удачи и всем пока.